Надо раздобыть кошку. Этого хватит. Славная охота. Спасибо тебе, Нейт. Thank you.
Отлично, так лучше. Моя старая застава. Надо прийти сюда с сену. Папа, ты ее нашел, отдашь мне?
My position, Gerech. Птолемей, сколько горя он всем нам принес. Баек, наш Миджай, ты здесь? Что случилось с твоей кузницей? Все эти проклятые солдаты. Капитан Птолемея увидел, что я кую меч, и обвинил в том, что я мятежник. И он был прав. Они забрали мои инструменты. Да, крысы. Всей Сиве нужен кузнец. Даже мне. Я не смогу тебе помочь. Без молотка и клещей я как без рук. А еще этот капитан, а Бог его забери, следит за мной. Где сейчас капитан и твои инструменты? У подножья холмов на западе. Лагерь Шеджех. Я разыщу твои вещи. Капитан за все ответит. Эниби сказал, что инструменты в Шеджехе. Осталось найти капитана. Он тоже где-то в лагере.
Сюда меня не пустят. Инструменты Бенипе. Позову солдат! Нужно быть осторожным. Я убью тебя!
Можно порадовать Бенипе. Эй, ты! Стой! Эй! Это Балек? А беву пайгеш, ма айс чес пехер, ва тепу меси. Живо! Что? Черу, рады бхэцэ, бжэнахунсу! Не ясно хэт? Эни сэджэрьёэт. А?
Амон и Исида откликнулись. Байк, ну что Байк там? Байк снова в Сиве. Вот инструменты. А капитан сюда больше не придет. Наконец-то я открою лавку. Спасибо тебе. Рад помочь. Я достал оружие, которое спрятал от солдат. Вот, выбирай, что нравится. Давай, выбирай. Они одинаково хороши. Да, небольшая, но если нужно расколоть череп, поможет. У этого лука особая тетива. Бьет не очень мощно, зато стрелять можно быстро. Спасибо, друг. Заходи ко мне в любое время, Байк. Смотрите, кто к нам вернулся! Стоим стеной! Смело держите!
Стой! Замри! Эй ты! Замри! Стой! Стоять! Что ты творишь, дурень? Место хорошо охраняется. Что ты? Тебе что? Конец! Я его убью! Сдохни, тварь!
Будь осторожнее! Эй, ты! Стой! Что ты? Зараза! Сразу накинуться. Бегите, живо! Где Теремон? О, Амон. Он погиб, Атран.
Родные должны его похоронить. Дерьмо! Догнать, тварь! Сдохни, тварь! Вижу! Right decision.
Его дом. Грустные вести. Где Исса? Лежит здесь, как и ее дети. Вся семья убита? Да. Вижу, Теремун тоже заплатил за свою дерзость. Я говорил, что это бунтарство принесет только горе. Но что случилось? Они заметили солдат и спрятались в погреб. Но солдаты в назидание остальным просто сожгли дом дотла. Мне так жаль. Положи тело тут. Они отправятся в Дуат вместе. Так много смертей в оазисе. Мы не сможем похоронить всех несчастных. Тебя убило вовсе не твое бунтарство, брат. Это вина власти Птолемея. Он плохой фараон. Мир тебе. Дороги! Там больше мира, чем тут.
Раби! Баек! Какое счастье снова видеть тебя в Сиве! Ты выходила мою сену. Не думал, что вновь увижу ее. Она крепче, чем кажется. Как и ты. Баек. Хибзефа сказал, ты лечишь больных, не покладая рук. И я буду рад тебе помочь. Ты очень добр. У тебя чистая ка. Помощь мне пригодится. Солдаты жестоки. Почти каждый житель избит, ранен или сломлен. Я устроила несчастным дом жизни в заброшенном храме. Друзья шлют помощь из Имау, но солдаты стали обыскивать всех, кто входит в деревню. Мы попытались привезти лекарства на лодке. Но солдаты опять вмешались. Они потопили лодку. Сосуды с мазями теперь покоятся на дне озера. Я их достану. Спасибо, Баек. Принеси их в храм. Я буду ждать тебя там. Один я лекарства не найду. Сено поможет.